Поехали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар, 4 позиции сейчас покажу. Привет! Ты чё за рулем спишь? Я же не еду никуда, друг. А ты из какого города? С Крыма. В такси, что ли? Таксуешь, не? Да. Ну, сейчас в Верхине. Вечером буду в Киеве. А, то есть ты так, между городами, да? Везде. Залетаешь, видно? Привет. Привет. Загадку хочешь? Давай. Кто живет под землей? Крот. Возьми хуй в рот. О, молодец. Блин, шутка просто. Вызывайте санитаров, я сейчас со смеху умру.